Всем привет, друзья! Продолжаем с вами играть в Endless Space 2 и пытаться выжить в нашей такой галактике тяжелой, да? У нас тут со всех сторон уперли уже, плюс пираты, у меня флота нет. И потихонечку только совсем недавно начал заселять системы. Так, это у нас что? Империи? Пираты, да? А, это мои. Так, хорошо. Или нет? Нет, это пираты сидят все-таки. Ладно, давайте следующий ход. Строительство идет, это хорошо. Мне надо будет перекрыть здесь товарищам подход к моим галактикам, системам. Вот сюда надо будет поставить минимум. Но тут у меня еще нету. Так, ни арктической, ни ледяной технологии заселения этих планет нет. Так, что у нас здесь? We are coming. Ага. Our purpose is to kill. Молодец. Так, 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 далее. Далее мы продолжаем строить нам, потому что пока деваться-то некуда. Здесь у нас 8. Давайте так. С деньгами у нас. Нет, у нас совсем минус пошел. Это все не есть гуд. Так что пока строимся. Сейчас, надеюсь, за это, да, технология нам помогла. Сразу мы ушли в нормальные деньги. Гады устребляют тут у меня. Все, кому не лень. Так, здесь пираты вообще просто обнаглевшие сидят, а у меня нету сил, чтобы с ними посражаться нормально. Так, здесь мы это оставляем, это пока потом исследуем. Плюс 20. Ходы на флот небольшие совсем. Так, ну тут два хода, подождем просто так. Тут можно и купить. М-да. Пока только так. Что? Понятно. Тут прилетел мой колонист, а там приветы. Не очень хорошо получилось. Придется брать вот эту колонию тогда. Лишь бы нам вот этот гад здесь потом дорожку не перекрыл. Anger.
Так, и как у нас тут с наукой? Корабли. Корабли мы начнем строить обязательно. Пока пусть прокачивается. Флот. На флот копим. Куда нам без него? Никуда. Так. Сперва разберемся, конечно, с пиратами, а потом уже со всем остальным. A prize that the unfallen would impose this. Да угоните, у меня сражаться-то нечем. Так, так, так. Есть подозрение. А, вот ты, сволочь, куда уже прилетел. Ладно, давайте начнем здесь колонизацию, пока не ст. Денег жалко пока. Не хочу сюда отправлять. Так, там у нас уже прессуют. Как у меня с флотом дела обстоят? Так, и маленько моль нашу поменяем. Так. Даже если там этот гад захватит систему, хрен с ним, как-нибудь попытаемся потом ее отбить.
с деньгами печально. А без армии тоже как-то будет. Так. Так, чем ты нас тут порадуешь? На система, на стерильная, на система. Денег-то, конечно, надо, но строительство мне сейчас в первую очередь пригодится. I greet you in the name of the... Ничего не остается, как тупо пролистывать ходы. Совсем ничего не остается. Так, что тут долго мы будем? В зависоне. Блин, 5 ходов было. И не дает собак развиваться. Так, нападение уже. Печально все это. Да вы гоните, что ли? На мой патрульчик. Уроды, блин. Я там сидел, никого не трогал. We can shatter time on a whim. You anger us at your peril. For your deeds, a special place in the void awaits you. Ну, отлично. Так, уже 2 корабля. Сейчас быстренько флотецкий поднимем, худобедный такой. И накостыляем этим гадом. Гады.
Desperate acts for desperate. Так, ты чё за мной гоняешься, сволочь ты такая? Так, и чё? Пусть будет так. Еще, еще один ход, и сейчас мы этого накроем. Сильно проседаю по очкам, у нас вообще просто все рвут, у меня меньше всех. Есть подозрение, что меня просто отфигачат. Так, можно еще три. Странно, баг какой-то, что ли? Напасть не могу. Так, еще три кораблика. И вперед. Это что за сволочь сюда прилетела? Ну ты попал. Прикольно пиратов изобразили.
скоро уже тут хрен что построишь. Блин, как ты свалил? У меня же там все нормально было с защитой. Бред полный. Так, чё, корабль почти готов. Ну ладно, ждем. Чем порадуешь? Плодородная. Давай так. Поедем искать пиратов, уничтожать. Ты откуда там, сволочь, взялся? Да, понятно, он уже захватывает тут вовсю. Уничтожили все мои здесь колониальные корабли. Хотя сюда посольство-то нахрена нет, не надо. Посольство должно быть здесь. Вот так вот пока 5 ходов. Так, улучшенный плазменный модуль. Сейчас мы все поставим. Так, отлично. Ползем потихонечку. Ну, поскольку больше тут строить нечего, давайте построим вот этот межгалактический.
Конечно, можно строить военные корабли, но пока подождем. Так, а сколько у меня здесь населения? 200 танков. А нет, просто пехота 200. Маловато будет. Нужно, наверное, специальные корабли уже строить, которые чисто займутся десантные корабли. Если сюда, сюда три, здесь раз, два, три, четыре. Неплохо. Это у нас будет десант. Так, давайте их тогда и начнем строить. Нам надо вот эту систему освободить от пиратства. Зашибись. Давайте поглядим. Интересно, что там за корабли? Отлично. У нас тут появился новый крейсер. Поставлю на него, конечно же, кинетическое вооружение. Так, сюда ремонтный док. Все, да? Его будем строить чуть попозже. Так, давай-ка вперед. Даже не знаю, стоит ли сюда отправлять, но это попозже. Опачки. У нас тут... Давайте тогда отправим сюда. Хватит уже там пиратствовать. Поможем нашим колонистам. Так, ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, увидимся, услышимся в следующих сериях. Всем пока!